Здравствуйте, ребята! Сегодня нам для наших упражнений понадобится мяч. Готовы? Начнем. Разминаем руки. Катаем мячик. Раз, два. Раз, два. Приготовили пальцы рук. Подушки. И вперед. От себя мячик. И на себя. Вот. Крепко держим мяч. Следующее упражнение. Броски мяча вверх. Руки полусогнуты, ноги на ширину плеч. Смотрим всегда на мячик. Таких надо сделать 25 подбрасываний. Следующее упражнение. Мы добавляем хлопок. Старайтесь устоять на месте. Таких сделать 15 раз. Следующее упражнение. Удар мяча в пол. И считаем до 20. 20 ударов. Следующее упражнение. Можно поставить одну ногу вперед, другую назад. Подбрасываем мячик в потолок. Вниз. Ловлю. Также стараемся устоять на месте. Вверх, вниз, поймали. Вверх, вниз, поймали. Следующее упражнение. Мы добавим хлопок. Приготовились. Не забываем хлопать. Вот такие несложные сегодня упражнения с мячом.